Всем привет, дорогие друзья, мне надоели уже порядком. Экшен, хорроры, сувайверы. Сегодня мы поиграем... Поиграем в гоночные симуляторы. Круто. Начало нужно... Да, крутое интро. Блин, у меня аж мурашки по коже. Я вспомнил, это одна из моих первых игр. Именно это есть там Тока или Тоца, не знаю, как там. Турнир рейсинг. Так, все на английском. Так, ну давайте сразу чемпионат. Надеюсь, не будет подвисать. Так, выбираем, кем играем. Джейсон Джаред или вот этим дрыщом Джастин Лабо. Ну, конечно же, мы... Ладно, биографию не будем смотреть. Да, автоматическая как-то передача. Этот чувак меня больше не патинирует. У него тоже такая хреновая растительность на лице, как и у меня. Так, назовемся мы... Давайте... Дэня. Дэха. Дэха. Погнали. Сегодня какая-то еще, наверное, да, превьюшка будет? Или обучение какое-то? Так, короче, сейчас здесь всякие чемпионаты, да, то есть Северная Америка, Южная, Центральная, Британия, Германия, не понимаю, Япония и Австралия, потом у нас Европа, Азия и Америка, и в конце мировой, ну, я не знаю, дойду или нет, так, гараж, а, это надо, короче, очки, чтобы... новые тачки. Так, Chrysler, да, и мы будем там в чемпионате Северной Америки, Германии Opel, Peugeot Opel, Японии Mitsuba. Ну давайте Chrysler, да, выберем Chrysler. Сейчас, наверное, будет тест-драйв, да, какой-то, типа как пройдем мы или нет. Если мы проедем сейчас вовремя, то нас берут в чемпионат, точнее турнир. Если нет, то нас посылают нахер, типа иди тренируйся на кошках. Ничего себе, графончик, кстати, прикольный. Для 99-го года. Так, сейчас начну с управлением разобраться. Так. Музон уже сразу вырубить, потому что сразу сейчас придет. Жалоба на авторские права. Так, блин, очень быстро несется. Еще очень удобно на телефоне играть. Потому что экран маленький, я ничего не вижу. Когда вот на ноуте было бы удобнее, но блин, у меня FPS проседает жестко. Теперь я захотел еще на скар поиграть. Прайсер, по-моему, этот скоростной, но менее управляемый, по-моему, так. Вот эта машинка. Ну четко, да, красиво выглядит. Вся клеена. Я бы свою бы шаху, наверное, так заклеил бы. О, блин, стоп. Так, а вот ручник есть, чтобы ручник отдавать. Ну я, скорее всего, сейчас первый турнир проиграю. Конечно.
что в жизни, что что в игре. Кстати, это автосимулятор считается, не именно аркадные гонки, а автосимулятор. Один из первых. Ничего себе, если прикалывают, там Need for Speed, Shift, второй, сильно второй. Вот с чего все зарождалось, с чего все начиналось. Пидстопы есть, пидстопы тоже надо заезжать, там тачки чинить. Кстати, да, урон. Блин, надо как-то настроить, там, по-моему, в настройках максимальный урон стоит, то есть там от всяких прикосновений уже у нас будет барахлить. Так, 1.37, надо 1.38. Мы не проходим. Как мы не проходим? Сейчас мы еще раз. Нет, мы должны пройти. Я еще раз попробую. Так, со второй попытки я прошел. Уложился во время. Короче, надо просто немножко больше газу. Отлично. И мы... А что? Можно? Все, да? Да. Шесть треков будет у нас. Кстати, все трассы существуют в реальности. По-моему, нету ни одной такой в пределах выдуманной разработчиками. Ну что, погнали, не будем практиковаться. Мне это... Welcome to the North American Championship and the first race of the series here at Watkins Glen. Ну что, народ, погнали. Мы... Блядь, с машинами. Сука! Блядь, меня выносит. Этому бампер раскирячил. На Лексусе, по-моему, да? А, такая штука у меня, наверное. А, так мы с тобой в одной команде, дурачок, а ты лезешь под пули. Тут же раскраска одна и та же, ты, значит, с одной команды, да? По идее. Писец, я шестой приеду, походу. Три круга еще. У меня уже тачка не живая, блин. Прикольно, да, вот? Салончик, смотри. Ебать. Ебать, я что вытворяю, нахуй. Я на шахе так же не вижу. Так, чувачок, подвинься. Блядь. Блядь. Ебать, звук вот из пулемета стреляет. Да ебать, доезжай ты, сука, по асфальту. Еблан. Пиздец, блядь, как будто, не знаю, синя везде грязь, значит, так и этот нашел бездорожье. Кто-то бампер свой потерял. Ну, кстати, если тоже тачку восстанавливаешь, как же просто неудобно, реально неудобно играть. Так, 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 так. Потихонечку, потихонечку. Вот мы четвертый, отлично. Так, только первый круг, только первый круг. Гонил. Так, так. О. Первый как у меня, да, тачка едет, то есть это с моей команды, чувачело. Это, наверное, пофигу, да, с какой-то команды, это не как на Скаре. В смысле, здесь, да, тут, по идее, от каждой команды там двое или трое, не знаю, сколько. А как задний, блядь? Прикольная стрелочка, да, что можно так это вилять. Просто как назад посмотреть. Я боюсь, сейчас что-нибудь нажму, и это будет ручник. Блядь, Джейс, тормози. Тормози, ебло. Ну, в третьем приеду хотя бы. Хотя бы, я уже на большее не рассчитываю. Сука, это тоже педрило виляет. Не хочет уступать. На чем интересно видеть? Фиолетовая такая прикольная машинка. Сколько нам будет потом бампер забрать. Светлопухой, блядь. Ух ты ж, ёпта. Да что не заносит ее, блин, кайфовая тачка. Просто тут же машины тоже разные.
разные национальности. Да иди ты нафиг, куда ты пищимишься, пиндот. Есть тачки, которые они как бы очень скоростные, но вот этот Lexus, да, или Chrysler, это не понимаю, что у меня Chrysler. Блин, ну надо хотя бы вторую позицию держать. Блин, вот это, конечно, какие тут Survivor Horror, здесь нервы, не знаю, какие надо. Представляете, что водители испытывают в этот момент, какой перегруз жесткий. Не зря ведь самое огромное здоровье имеют водители, потому что они реально, у них такие перегрузки на организм. Я просто не пойму, это с нашей команды или нет. Можно его взад ёбнуть? Сука. Сука. Просто если с нашей команды, то пойди как бы, ну, очки. А, нет, нет. Каждый сам для себя, но все равно как бы престиж, да, прайс. Quick 5. Блять. Сука, хорошо, что не заносит. Блин, там мне машинка прям вообще нравится. Да, 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 это с моей команды чувачело. Ладно, пусть едет. А, так, блин. Нормально мы оторвали, так Крайслеры, короче, здесь решают. Let's take a look at the action from the race one more time. Смотреть, не хочу. Нет. Ой, блин, нет. Let's take a look at the result. Да, короче. 6 очков ему 10 дали. Rich Court. Почему из команды Quicks? Да-да, это я. In third place for the J&L Racing Team. Да, короче, мы тут ебем. Погнали дальше. А где Лабонд, кстати? Это ж мой противник, типа. О, кстати, знаю эту трассу. Знаю. Она сейчас не Toyota называется, она сейчас как-то по-другому называется. Road America. И, по-моему, так и называется Toyota, да? Потому что даже нарисовано. Toyota. А, тут сразу, блин, на ходу. Welcome, welcome. Почему седьмой? Я же второй приехал. Почему я седьмой еду? Тут несправедливость. По идее, вообще, как тут... наверное, то, что я, наверное, в рандоме поставил. Блять. Сука, не пихайте меня, вам тут... Я не вижу, что они пихают сзади. О, все, понял, как смотреть. Так, ага. Хочу... А, все тормозят. Один я только херячу. Блять, дебил, выйди на асфальт, сука. Блять, мне бампер разъебали. Сука, кто мне бампер ебал? А где мой... Мой Кент, наверное, там первый едет, блять. Это я тут, сука... сейчас бодаться, блять, за восьмое место. Да сейчас еще в милях, надо было в километрах поставить, сколько вот максималка. На тебе взад, да, сука. О, кого-то занесло. Ха-ха, это меня. Не-не-не. Блять, трасса-то большая. Бля, когда этот ебучий бампер мне упадет, он мне тормозит. О, все, перехвалил я машинку свою. Да отъебитесь. Отъебись, сука, куда ты лезешь? Кому? Чуть-чуть, ничего. Это не моя, мне подкинули. Вот раз это не такая уж и легкая, оказывается. Да, она на седьмом месте. Да не, я уже не смогу первым подобраться вообще никак. Блин, надо было поставить легкость. Изи. Мне сейчас, наверное, на среднем играю. Блин, на среднем сейчас нереально. Считаю, что это симулятор. Как бы в реальности очень хреново езжу. Настолько аварий было. А
Один раз заснул даже за рулем. Ты там не подтявкивай. Блин. Не войду, сука, не вошел. Ну давай, колымага, разгоняйся, блин. Вот фару мне разбили, блядь, пиздец, ремонта. Ехать, блядь, к Руслану. Два круга, так, окей, у меня седьмое. Это мне аплодируют? Что это аплодирует? Тут плакать надо. Блин, ну почему тебя сносит, сука? Вот хитрюга, он специально чуть притормозил. Чувачок, ну ты можешь сзади просто ехать спокойно, никого не трогать. Дай мне хотя бы шестым приехать. А за шестое место что-нибудь дают? Надеюсь. Поебал. Например, просто очень сильно неудобно играть на телефоне. Очень сильно неудобно. Оля, я тут догнал этих. Сука. Барбариков догнал. Это мой чувачок едет, да, пятый. Да, мы всасываем, да. Тут Тойоты должны рулить. Это машина, трасса Тойота называется. Давай там их растолкай как-нибудь, а. Блять, сука, все налагаю. Ах ты ж педрила, а. Ушел, да, ушел. То есть и колесо можно, да, пробить, по-моему, если на это наедешь, на бампер. Так, у меня пока все нормально. Блять, сука. А ну-ка, как бы его так в бочинку въебать, а? Он не дает разогнаться-то. Ой, ну фару расхерять. Пошел поворот. Блядь, свет включили резко. Ну сейчас, подожди, 5 секунд. Блядь, ну я ж попросил, ебаный рот! Я ж попросил нормально. Зачем ты так сделала? Ну и чё? Я тебе что-то сделала? Ты ж видишь, блядь, взяла, перевернула телефон. Пиздец, я ж тебя нормально попросил. Ну давай, ну где-то, блядь. Блядь, почему тебе, когда нормально просишь, ты нихуя это не делаешь? Блядь. Что давай? Не пизди, ты, блядь, не пизди. Ты нормально попросил, подожди, блядь. Let's take a look at the action from the race one. Let's take a look at the result. So taking the checkered flag was Marlon Miola. Taking second, let's see how today's result affects the championship. Thank you.
Here we are for the next race in the championship. Вот чувачок, едь просто сзади, не надо, не надо этого делать. Просто сзади езжай спокойненько. Мы с тобой в одной команде. Ты на первом месте, я на четвертом. Надо поднимать рейтинг команды. Сука, дебил, блин. Вот ублюдок ебучий. Вот это хреново, что NPC всем прописали вот такое поведение. Ай, блядь! Сука. Я, блин, повреждений пока нету, пока все нормально. Ну, внешние, конечно, есть. Подвисает, не знаю почему, блин, такая хуйня произошла резко. Нет, ребята, нет. Вы сегодня позади меня. Хватайте пыль. Блять, разъебу эту машину нахуй. Да ёб твою маму, сука. Ну давай, сдрысни нахер. Сука. Это гонки дерби, блять, или чё, я хер понимаю. Мне надо их пиздрячить, что ли? Не, у кента был красный. Первое время, говорил, тачка прям великолепная, но запчасти, правда, там трудно было отыскать. Шпрайслер не такая уж популярная машина в России. Модель не помню, вот которая в карбоне, вот этот Крайслер. Ну, только, конечно, постарее, по-моему. Блять, неужели я первый буду? Неужели я первый? Блять, да, сука, да, вот так. Хватайте пыль. Let's just run through the race action again. Да, он меня хвалит. Я знаю. Конечно, блять. Разъебал при чужой толпе. Result. Мой кент пятый. Ладно, все, забудем, это не кент, пошел нахуй. Да, это я. Let's see how the current championship table looks. Так, на втором месте. Ну что ж, неплохо. Еще, по-моему, только три трассы, да? Три, мать его, трассы. О, кстати, это же была трасса. А, сейчас, наверное, будет повторяться, я так понял, да? Просто кругов больше или что? Сохраниться нельзя, ну да ладно. В общем, продолжим в следующей части, потому что сейчас все подвисает. Я почищу там кэш, память, всю херню.
С вами был истребитель, боец ветряных мельниц. Увидимся в следующем выпуске. Джаред Лабонт, Stalker Racing.